возможно, Оуэнс может отыграть только один тайм. Что касается бразильцев, лишь одно изменение, лишь одна неожиданность. Место Жунинью на правом фланге полузащиты занял и удар по воротам. Первый удар и многое другое. Тем временем Йок Култ и Ривалдо. Ловить будет, конечно же, бил Роберто Карлос. Претензии к партнерам не так, как нужно было. Подача на вратарскую. Бельгии. Какие-то моменты матча, а точнее даже на целой промежутке той встречи у бразильцы. Роналдо играет с Ривалдо. Роналдо бьет неожиданно из-под защитника. Счастье для Симена прямо в руки английскому вратарю. Многие хотели повторить вот эту, в частности, Ривалдо. Но Ривалдо ездит. У англичан все. Хески пас Оуэну. Оуэн, ошибка защитника. Оуэн забивает мяч. Какая ошибка Лусио. Какая ошибка защитника сборной Бразилии. Хески делал, конечно же, хорошую передачу, но на турнире такого уровня защитник такого класса, как Лусио, должен был по меньшей мере разрядить обстановку и вынести мяч подальше от своей штрафной. А у Хески, и вот уже Оуэн играет Бекхэмом. Бекхэм как жестко играет против него Жилберто Силва. Не было ли нарушения? Бекхэм сначала попал в руки Жуниора. Потом у меня было такое ощущение, что вот, ну, посмотрим. Нет, мы смотрим, открывает во правому флангу, забежал за спину Роберто Карлосу. И как опасно. Было впечатление, что Эмил Хески будет делать передачу. Или прямо у команды, которая выиграла все матчи по ходу турнира. И какой удар, неожиданный удар Роберто Карлоса. Если бы я говорил об ударе любого другого футболиста, я бы сказал, что мяч у него свалился с ноги. Здесь ничто, ничего не спалит. Жилберто Силва пошел вперед. Клеберсон бьет. Играет Хески. Хески одним движением прокинул мяч мимо руки Жуниора. Не получилось. Капу может пробить. Бьет низом. Это был не пас, был удар. Мяч задел ногу Рибалда, потом попал к Роналдо. Роберто Карлос. Бог как дают бить. Мяч попадает в затылок Рио Фердинанду. Потрясающе. Допустим, прокидывает мяч и мимо Эшли Коула. Пас направо, удар и гол. Это Рибалдо. Это Рибалдо. Но как сыграл Роналдиньо. Вы посмотрите, какая прекрасная комбинация. Как подхватил мяч в центре поля Роналдиньо. Как протащил его мимо всех защитников. Ингленд가 오른쪽에서 선축을 했습니다. 그리로 차넣을 것 같기도 하고요. 그대로 뛰어줬습니다. 예, 잘까봐 했어요. 공원 머리에 뛰어줬는데요. 예. 공격자 파울을 선언을 했어요. Которая завершилась ударом Ривалдо. И он же, Роналдиньо, сейчас будет бить штрафной. Подача. Ох, какой гол! Этот гол, это ошибка Дэвида Симена, войдет в историю мирового футбола. И она же войдет в историю самых печальных моментов футбола английского. Какая ошибка вратаря. Не знаю, может быть, казалось то, что в конце первого тайма слева идет Роберто Карлос и бьет. О, Хески. Хески. Разбег. Удар, мяч попал в Ривалдо. А мог быть опасный отскок, между прочим. О! Ах, как здорово играл Роналдиньо, пропуская мяч набегающему Роберто Карлосу. Разгадал его этот финт. Мил, и что такое? Очень хорошо, это пенальти, нет? Посмотрим этот момент. Как здорово сейчас головой скидывал мяч Бекхэму. Шоу. Пас головой, и он был удален в поле. Бекхэм, опасный навес. Дайер, Роналдиньо забил. Роберто Карлос бьет несчастный. Кстати, может быть, Капу не будет так безоглядно бежать вперед. Пистов.
уходит с поля Роналдо, который, согласитесь, сегодня провел не лучший матч. Как Милс врывается в штрафную. Все правильно делал, здорово сыграл как нападающий. Хотя сказать, что еле не пробил поворота. Пробил Сол Кэмпбелл поворотом, но перед этим Милт все чаще и чаще идет в атаку. Бекхэм падает в штрафной. Клеберсон. Уже прыгал. Судье Ривалдо идет сам. Пока что, по большому счету, это не чемпионат Оуэна. Через стандарты пока не получается. Подача стоит на трибуне. Забить. Сначала нужно забить в основное время. Ривалдо. Пошли назад. Головой играет высокий Фердинанд. Пока не закончилось время, еще не все потеряно. Нет, потеряно все. Потеряно все, кроме чести в очередной раз для английской сборной. Еще одно главное, достойное поражение англичан. Бразилия в полуфинале. Бразильцы сыграют в победителем матча Сенегал-Турция. Две другие полуфинальные пары.